Блин, с прической все-таки накосячила. Всем привет, меня зовут Ксюха Рэн, и название этого видео «Каково жить дома с бегемотом?». Бегемот это я, потому что я считаю себя жирной, типичная девушка. Каждый день, почти каждый, примерно раз в неделю я занимаюсь суицидом. А иногда я просыпаюсь то ни свет, ни заря. Какой хороший день. Я даже выспалась то днем. Убейте меня. Бывает, я думаю, что дома никого нет, хотя такого теоретически быть не может, потому что дома все-таки нахожусь я. И я начинаю петь. Девочка без голоса поет песни. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить войны. И всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись. Мыслям добрым улыбнись. Без оглядки в путь пустись. Как ветер. Что? Ничего. Да, привет, мам. Хватит петь на весь дом песни, ты вообще-то здесь не одна живешь. Или я сейчас тебя вызову в загородный сад 1, палата номер 6. Сразу же тебя туда положат. Моя дочь, серьезно тебе, с самого рождения по 3 медведя на каждое ухо наступили, ни слуха, ни голоса нету. А также у меня бывают приступы склероза. О, маман, здрасте. Угу. Давно не виделись. Бла-б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 ла. Ксения, не мешай мне. А зачем я пришла? Откуда я знаю? Ладно, пойду на кухню. Чаёк мне прихвати. Чувствую, после этого видео я буду жить одна до конца своей жизни. Пока. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amore.